Всем доброго времени суток, вы на канале Postproduction, и сегодня мы познакомимся с VST-плагином, который называется VFX Haz. Плагин довольно-таки не очень популярный и довольно-таки он очень старый. Смысл этого плагина был таков, что как вообще на него нарвался когда-то давно, как и все, наверное, занимались многие рэпчиком и прописывали бэки. Но дело это было неблагородное, потом при сведении их выравнивать бэки и так далее, если, конечно, криво, как говорится, записалось. И мне очень было интересно, есть ли такой плагин, который как бы автоматически делает бэки, повторения. Естественно, грубо говоря, это все связано как бы и с задержкой, то есть это дилеи, ревербы и так далее. Так такового, мне кажется, ну, я еще хочу посмотреть, может быть, но уже сейчас, на данный момент, существует какой-нибудь плагин более интересный и более крутой. Но тогда, несколько лет назад, я нашел вот этот плагин, якобы имитировал, и тут был пресет, который якобы имитирует, значит, бэк-вокал, ну, то есть бэки. Назывался вокал-дублер. Вот у меня здесь, значит, есть акапелла. Звучит она вот, собственно, вот так. I only smoke weed when I need to, and I need to get some rest, yo, where... И теперь давайте послушаем. Это даже I only smoke weed when I need to, and I need to get some rest. Почему был такой, забыл отключить? Значит, без плагина звучит так. Smoke weed when I need to, and I need to get some rest. Yo. А с плагином? Smoke weed when I need to, and I need to get some rest. Yo, where's my... Как слышите, получается стереопанорама. Отвечает вот как раз-таки выход, output. Стерео стоит. Можно выбрать моно, соответственно, будет моно, либо стерео. Input выбирает вход, с какого канала он будет читать. Либо левый, либо правый. Здесь выбран левый канал. Сейчас мы нажмем на пресет вокал дублер и послушаем эффект какой-нибудь. Произошел. Появились у нас бэки, грубо говоря, или нет. Smoke weed when I need to, and I need to get some rest. Yo, where's my cess? I confess I burned the hole in your mattress. Yes, yes, it was me. I plead guilty, and at the count of three, I pull back my duvet and make my way to the... Он достаточно такой, конечно, эффект специфический и синтетический на слух, но в принципе в миксе, когда, допустим, там уже будет накладываться музыка и так далее, будет нормальное сведение и мастеринг, эффект довольно-таки неплохо будет звучать. В принципе, вот я хотел бы порекомендовать, кто хочет побаловаться, либо кому лень писать бэки, вот, довольно-таки может воспользоваться этим инструментом вполне. Причем настроек здесь, ну, не очень много. Это обрезной фильтр низких частот. Вот он включен. И обрезает частоты. Можно выбрать в пределах каких. Здесь дилей, то есть тайм, соответственно, время отражения и уровень, насколько будет как бы отражаться. И модуляция. С модуляцией я не очень понял. Ну, как бы, видимо, модуляция голоса что-то смахивает на реверберацию. В той или иной частоте измеряется, почему-то спит. Вот. И мне кажется, вот это вот более такое управление отражением, ну, как бы реверберации. Особо разницы не очень увидел, но все равно ощутимо, особенно когда в стерео переводишь из моно, допустим. Также этот плагин подойдет как плагин для перевода
из моно в стерео. Допустим, вы хотите сделать стерео-гитару, там, я не знаю, стерео-звук какой-нибудь вокальный, именно только бэков, а посередине будет у вас лидирующий вокал. То есть это будет очень удобно, не нужно, допустим, прописывать по 100 раз бэки. Хотя по всем законам, конечно, звукозаписи надо прописывать, ребят. Так что не ленитесь. Вот. Ну, а для лентяев, вот, в принципе, как вариант, может помочь такой плагин. Давайте еще раз послушаем. Без него. Refrigerator, one dry potato inside, no lie, not even bread. Включаем. Jam, when the light above my head went bam. I can't sleep, something's all over me greasy. И давайте пробежимся по пресетам. Здесь их довольно-таки много. И на разные случаи жизни. Insomnia, please release me and let me dream about making mad love on the heath. Tearing off tights with my teeth, but there's no relief. I'm wide awake and in my kitchen. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaking noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. Only smoke weed when I need to, and I need to get some rest. Yo, where's my cess? I confess, I burned the hole in your mattress. Yes, yes, it was me. I plead guilty, and at the count of three, I pull back my duvet and make my way to the refrigerator. One dry potato inside, no lie, not even bread. Jam, when the light above my head went bam. I can't sleep, something's all over me greasy, insomnia, please release. Вот, в принципе, как вы видели, ну, я пробежался, в основном задержался на вокальных более пресетах, потому что у нас вокальная. Так, видите, как здесь есть пресеты для гитары, для клавишных, и для баса, саксофона, бас-гитары и так далее, и также ударные установки. В принципе, вот такой интересный VST-плагин, несмотря на то, что он довольно-таки старый, я его сохранил и, возможно, им еще не раз воспользуюсь. А вам спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы в комментариях, буду рад ответить на них. Всего доброго, пока!